Фестиваль европейских фильмов для Баку уже успел стать традиционным. С каждым годом он привлекает все больше зрителей, а в программу входят все больше кинолент. Более того, для представления фильмов в Баку приезжают лично европейские режиссеры. По словам главы представительства ЕС в Азербайджане Кистутиса Янкаускаса, такой успех фестиваля является важным показателем. Это говорит о очень хороших традициях и очень хорошем сотрудничестве между Европейским Союзом и Азербайджаном, между Азербайджаном и Европой. Потому что это мероприятие стало уже традиционным. И вот то, что нас сейчас окружает толпы людей, которые прорываются в залы, просто показывает, что люди уже знают этот бренд и хотят пойти посмотреть самые лучшие, самые новые фильмы из разных европейских стран. В рамках открытия фестиваля были показаны сразу два фильма, представивших Болгарию и Францию. Болгарский фильм «Обезьяна» – это драма. Драма про то, как подростки ищут смысла жизни и как нелегко молодому поколению найти свою роль в жизни. А второй фильм – это французский фильм, и он очень симптоматичный. Это про кинематограф, это про источники кинематографа, про то, что мы смотрим сегодня, сейчас, как это все зародилось в конце 19 века благодаря братьям Люмьер. В рамках фестиваля будет показан и фильм азербайджанского режиссера Ильгара Наджафа «Гранатовый сад». Кинолента включена в лонглист претендентов на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм в рамках кинофестиваля европейских фильмов будет показан в Баку 9 ноября. Лейла Курбанова, Наиб Гаджиев, CBC.